Зима всем надоела, пора бы холодное время проводить и весну встретить. Так в детском саду номер 30 отметили праздник Масленицы. Ножками потопаем, потопаем, потопаем. Казань! Праздник Масленицы является традиционным в нашем детском саду, ежегодным и одним из самых любимых. Праздник готовит музыкальный руководитель, помогаем мы ей все вместе, участвуют все, от мала до велика. Встретили весну дружно. В празднике приняли участие воспитанники из разных групп, от ясельной до подготовительной. Танцы, песни, игры и, конечно, угощения. Какой же праздник Масленицы без них? Ароматные и вкусные блины стали отличным завершением гуляний.